Мама с детства говорила мне, что я стану супергероем. И я им стал. Я врач в провинциальной больнице. Моя зарплата 6 тысяч. Ах, сынок. Спасибо. Надбавка 2. Я один выходной в месяц, если повезет. Чем я могу помочь? Да ничем, Виктор Сергеевич. Молитесь. Да, да. Молитесь. Господи. Фух. В больнице и стены лечат. ТП? Да, перелом ноги. Вот бланк согласия. Я не имею права ничего подписывать. Мы официально еще не женаты. Может, пришло время сделать решительный шаг? В смысле? Пойди поженю вас. Быстренько. У меня в ЗАГСе знакомых. 5 минут. Ты женись. За успех. Я ваш лечащий врач. Спаситель. И по совместительству муж. Значит так, муж. Ты как хочешь, чтобы смерть нас разлучила? Или сам заявление на развод подашь? И бардак у вас. В заведении. Руки прямо чешутся. А у вас больше ничего не чешется? Ловкий вы парень, Илья Ильич. Вы могли бы быть очень хорошая пара. Даже, знаете, жалко, как с вами разводиться столь быстро. Чё? Менты, прячься. Вадик, это что за брачные игры? Илья Евгеньевич. Ну чё? Походу, теперь я тебя буду лечить.